понадобилось моей жене заменить подставку под хлеб. Ну, то есть это такая подставка, которая растрескалась. Сверху одевается такой колпак из оргстекла или стеклянный, не помню, по-моему, из оргстекла. То есть это простая подставка, то есть она круглая, и здесь вот проходит углубление диаметром 25 сантиметров. Вот есть у меня какой-то бракованная доска, естественно, буду делать торцевую, то есть будет доска, думаю, 30 миллиметров, и будет углубление, вот такой желобок диаметром 25 миллиметров. Вот сейчас это быстро сделаю, времени это много не займет. Буду использовать вот такую фрезу, очень удобно для этой операции, поскольку она сделает плоским дно, для того, чтобы села сверху крышка, а во-вторых, сразу закруглит края. При фрезеровании на глубину 8 мм края будут закруглены, то есть это очень удобно, одной фрезой сразу две операции. Наружной части сверху и снизу проще использовать фрезер, а не делать это на станке с ЧПУ. Для отделки буду использовать вот такое масло, оно на водной основе. Я думаю, что оно безопасно, хотя на нем не написано, что оно пригодно для контакта с пищевыми продуктами, но в составе там только алкидная смола, льняное масло, вода и секатива. Я думаю, что после высыхания это будет безопасно. Оказалось, что эта масса сохнет очень долго, но наконец-то просохла. Доска, конечно, стала шершавой, поэтому немножко обработаю ее шкуркой, сниму вот борт. Второй слой масла нанесу очень тонкий, чтобы он высох побыстрее. Использую обычный тампон, чтобы нанести тонкий слой. И покрываем тонким слоем масло, втирая его в поры. Здесь уже избытка масла не оставляем, иначе опять это будет очень долго все сохнуть. Я думаю,
за сутки просохнет. Кушен с хлебушком. Павел. Кушен с хлебушком. Кушен.